Ярко, держимо ще. Ту сторону, Влад, диви. Зачем? Зачем? Если, допустим, вот идет на маршруте, да? Не-не-не, это если мы говорим о том, что он может заряжаться. Как езоэлементы, поэтому сейчас пока ставить в депо и ночью заряжаться. Да, да. Пока нет нагрузки. Ну сколько они обещают часов? Да, до 200 километров они дают. Это реально сколько? Ну это смена. Это день, это сутки. Сутки? Нормально. Но это новое. А может, на вот этих разворотах ставить еще подстанцию? Ну, например, там на кроссе делать. Одна подстанция. Подстанцию ставить можно где угодно. Да, только стоит 20 миллионов.